Теплые деньки не на всех зверей подействовали благотворно. Два тюленя из реабилитационного центра в Тавричанке не вынесли жару и погибли. Об этом сообщила руководитель центра «Тюлень» Лора Белоиван на своей странице в социальных сетях. По словам женщины, все произошло из-за недостатка холодной воды. Вовремя не приехала водовозка, а колонку на днях отрезала управляющая компания. В итоге тюлени погибли, хотя сотрудники центра боролись за жизнь животных до последнего. Отмечу, что центр Лоры Белоиван за 10 лет работы реабилитировал и выпустил в дикую природу около 40 тюленей.